Мы обтекаем словами. Они нас начинают внутри организовывать. Понимаете? Вот, чтобы важно понимать про мышление дальше, что мы вот этот язык начинает нас... дальше начинается обоюдная игра. Понимаете? Вот, вот этого, с одной стороны, нас язык берет дискурсами, я отмечу, сейчас мы с вами говорим про знаки, значения и так далее, но дальше же слова будут связаны смыслово. Ну, то есть мы будем каждое слово понимать в определенном контексте. У каждого будут свои набор коннотаций. Понимаете? Вот что такое. Мы начинаем структурироваться дискурсами, в рамках которых мы существуем. Именно поэтому мы говорим культурно-историческая теория. Потому что культурно-историческая теория предполагает, что это не просто вот данная культура, данная история. Нет. Это в этом культурно-историческом пространстве производятся такие дискурсы. То есть это такие смысловые как бы структуры и стропы. Они вот, и они нас начинают, и наше существо начинает им сопротивляться. И дальше нами уже начинает как бы управлять язык, а мы начинаем языку внутри самого, но не языку в смысле слов, а языку в смысле речи, в смысле дискурсов, что возможно, что невозможно, что правильно, что неправильно, что и так далее. Вот оно, и вот это будет уже пространство мышления. Это фундаментальная перемена. Понимаете, знать просто набор слов, утверждений, мнений каких-то и прочее, вот, это пока еще вообще ничто. Вот. Наше существо будет внутри нас самих вот, как бы сопротивляться дискурсам. Понимаете? Это вот когда этот, как его, возникнут убеждения, кто как к кому должен относиться. Родитель, например, к ребенку. Понимаете? Это же целая история, драма пубертата. Ты никогда не стал на мою сторону, там и все. Понимаете, это вот уже вот мое существо, находящееся в социальных отношениях с этими другими людьми, вот оно начинает как бы с этими дискурсами находиться в противостоянии, в нашем внутреннем. Возникает фундаментальный внутренний конфликт. Потому что мы дискурс мы не можем отрицать. Ну, как бы, потому что у нас другого мира нет, кроме как прописанного этого дискурса. Ну, там, грех, стыд, вот это все. Это же что? Это прописанные в дискурсе конструкции. Понимаете? И они начинают нас внутри, а наше собственное естество им... И вот природа этого конфликта. И из этого конфликта потом родится пространство мышления, в котором я как бы трансгрессирую, я как бы приму как бы дискурсы, но при этом у меня будут к ним мое отношение. То есть я должен буду к ним отнестись, соотнестись с ними.